Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании, у нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сок Яблочный, Снеговик, Бульбазавр, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Привет! Мы нашли очень классную карту, которая называется Трон, и у нас очень классный режим, потому что мы будем играть за аниматроника, у всех по одному хп, и один злодей будет нас пытаться убить на этой машине. Как только он нас сбивает, мы умираем, тоже берем машину и давим других пацанов. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну все, давай, погнали, можешь нас давить. Только, пацаны, телепортироваться нельзя, тот, кто тпкнется, сразу бульбазавр, первый ушел. А меня так просто не сбить, я буду очень опытным. Их уже двое. А я вижу, он специально взял эту машину, чтобы дрифтовать. А у тебя хорошо получается? Да нет, ты шо? Это даже можешь не пробовать меня сбить, ты чё? Да нет, это нереально, я очень опытный, очень. Как он пытается меня... Малейшее касание в мою сторону, я сразу умираю. Да ну блин. Давай, 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 я верю в тебя. Ты сможешь. Пацаны бегают, а вас уже трое на машинах? Да. Ой, вы такие простые. Ой, ой. Давай, 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 я верю в тебя, ты сможешь. Да ну. Наносит. А ты взял машину, Галя, менять уже нельзя. Вот взял одну, все, менять нельзя. Да я уже... Ага. А его носит, он уже просто ходит. Даже если стою на месте, он меня все равно не собьет, смотрите. Сейчас посмотрим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где-то вдалеке. О, убил! Убил! Давай подожди еще раз! Подожди, я поддавался! Блин, я ожидал, что ты меня задавишь! Ах ты бомж! Так, пацаны, дайте мне одно хп. Так, 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 выживаем, выживаем дальше. Так, все, давай, я хочу еще повыживать. Мне понравилось. Красиво дрифтуешь. Мимо, мимо, мимо проезжаете, пацаны. Так, а кто еще живой? Я один, что ли? Я. Нет, ты не один. Я еще. Нас 7,5 миллиардов. Рядом, рядом, пацаны, проезжают. Но сбить меня не могут. Ой-ой-ой-ой-ой, это было рядышком. Ой, ого, ДТП у вас, пацаны. Ого, во сколько. Так, пацаны, давайте сейчас сделаем так. Вы, получается, я один, но возьму другого аниматроника более быстрее. Вы пытаетесь меня поймать. Сейчас скажу, когда дадите мне один хп. О, я знаю, FNAF 6, допустим, он немножко быстрее. Так, вы давайте мне одно хп. Сейчас я попробую. А, на, еще он, дикий волк. Ну что, давай, попробуй меня задавить. Давай, ты меня даже уже скоро не поймаешь. А я бегу, бегу. Вот, блин. Я не... Стой, стой, подожди еще раз. А вот давай теперь. Попробуй меня задави. Это было рядом. Это было очень рядом. Здесь надо просто бежать. Бесконечно. Ой-ой-ой, как у меня жизни не отнялись. Рядом, рядом, рядом. Надо постоянно бежать. Ладно, 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 стой. Давай еще быстрее аниматроника возьму. Стой, стой. Я знал, что ты меня задавишь. Так, это медленный, это медленный. Это тоже. Сейчас, пацаны, я помню, у нас здесь очень быстрый аниматор. Во! Ну что, давай. А вот теперь я быстрый. Ого, вы там гонки устроили. Иди сюда. Да ну как я не уклонилась, а? Давай еще разок. Я готов, давай. Попробуй. Крячка в действии. Да блин, бульбазавр, ты самый наглый. Хорошо. Не хотел я брать этот пак. Только а где он у нас? У нас есть же, помните, очень быстрый пилпак. Сейчас я его возьму. Так, это не то. Во! Давай, поймай меня. Вот эта скорость неимоверная просто. А на такой скорости тяжело меня поймать.
пацаны пытаются, но вот теперь это тот аниматроник, которого не поймать. Сложно. Очень сложно. Пацаны, вы, кстати, меня не поймаете. Да ну, как? Я тебя обманул. Я тебя просто-напросто обманул. Вот, вот это мне нравится выживание, когда один против всех. Обманщика не обманешь. Очень быстро аниматроника, да. Да блин. Очень нереально, да? На машинах тяжело поймать. Да. Ну поэтому мы взяли большую арену. Да ну! Так долго гнался и не смог. Смотри, как он едет быстро за мной и не понимает, что я уже сзади его. Да, этого аниматроника. Давайте еще чуть подержусь. Все-таки надеюсь, вы сможете меня как-то поймать. Каким-то образом. Зажимаем его. Давайте в коробочку зажимай. Ладно, ладно, я немножечко поддавался. Так, хорошо, давайте еще поживаем, повыживаю. Ну что, давай, иди сюда. Сейчас я, пацаны, еще возьму аниматроник, это разрядочка небольшая. Ого. Ты что, сбил? А, вы мне одно хп дали роботу, хорошо. Так, пацаны, сейчас я возьму, сейчас есть у нас еще очень быстрый аниматроник. Так, давай мне одно хп. А, давайте возьму другого, потому что это не яркий, вы будете его плохо видеть в темноте. Так, это медленный. Так, слышь, не психуй, это аниматроник, это вообще не ведать или пиздрику. А, у нас же есть тут, короче, один пилпак, где они... Вот вы смотрите, что делают. О, прикольно, я под эту карту как раз. Давайте, Фокси необыкновенный. Поймайте. Ты что такое? А тут вы меня будете хорошо видеть. Штор. Согласись, да, как-то перед самым этим... Ладно, ладно, ты был очень... Блин, мне так жестко, когда вы так хорош, я уже умираю. Так, сейчас. Не могу, вспомнить, у нас был еще такой пилпак, но мы его, конечно, удалили. Голова там была большая, летающая. Ой, вот ее что? Вы, конечно, не поймали. Так, подождите, а кто у нас тут еще есть? Нет. Тоже медленная. Хорошо, сейчас мы возьмем еще раз. А ну, стойте, а если вот это? А ну, я буду быстро бегать. Медленный очень. Хорошо, давайте я еще раз за нее поиграю, только в этот раз я не буду поддаваться. Давайте, ловите меня. Все-таки хочу повыживать за нее, потому что она единственная, самая быстрая. И может еще кто-то есть быстрее, но я его не могу найти. Хотел, честно, не ожидал, что повернешь в эту сторону. Хорошо, хорошо, давайте дальше, продолжаем. Хорошо, больше не буду. Все. Давайте я вас жду. Кто меня убьет? Ты увернешься. Так, я с этой стороны вас жду. Да ну все. Вот знал. Да ну блин, ну красиво. Тупо сам набежал на машину. Так, кого же мне... О, давайте, знаете, кого я возьму сейчас? Кого мне хотелось повыживать? Пацаны, только стойте, не мочите меня еще, не мочите. Вам понравится он. Потому что он очень... Ой, это не тот. Все, давайте, погнали, я буду выживать. Думаешь, что он умрет с одного толчка? Он прыгает, это не чисто. Ха-ха-ха, мне нравится. Давай. Кого? Да отвали, отвали, быстрее беги! Фух, я еле-еле выжил, я еле выжил. Да прыгай! Да быстрее беги! О, я могу еще домажить вас, но я не буду этого делать. Прыгай! Отлично! Да прыгай, удило! Ух ты меня дал, я шли. Вот это ты меня угадаешь. Так, кого же мне еще взять такого очень быстрого?
А, это вы вообще мне никогда не собьете. Хорошо, давайте дальше возьмем аниматроника. Только сейчас будет у нас уже битва на смерть. А я могу вас убивать, если вы будете в машине? Ага, понял. Летит, 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 летит. Ля. Он тыпается. Да почему вы это выходе мне не помогает? Пацаны, хочу сделать... Берите машины, и хочу вам показать эпик, кто из вас выживет. Так, ребята, сейчас. От бомбы ничто не спасет. Прощайте. Ай. Бум. Красиво. Ну что, давайте жахнем, как в конце. Как всегда, в конце мы эту карту взорвем. Кстати, эта карта очень классно оптимизирована. Надеюсь, можно очень много взорвать. Пацаны, я сейчас ставлю бомбы, вы должны на машине врезаться в эту кучу бомб. Сможете? Да. Давайте, разгоняйтесь. Это очень ответственная миссия. Этот человек, конечно, пожертвует собой. Ну а что делать? Да ладно. Едет, смотрите. Летит. Верни, давай. Сейчас могу. Они просрали. Ой-ой-ой. Вот это трэш. Пацаны, вас тоже подлагивает? Ой, сколько там радиации, надо валить. И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Ты сейчас...